Я однажды упал с лестницы. Она была очень похожа на эту. Ты же не всегда носишь мантию, верно? Да, когда раздетый, то не ношу. Я имею в виду, когда удираешь от круга. По мантии тебя легко опознать. Так же, как по громадному знаку, я маг на шее. Храмовникам ведь, если не поможешь, они совсем растеряются. А, так вот оно стало быть как. Дома Эдукан. Я слыхала о тебе. Тебя изгнали. Все думали, что ты погиб. Может, ребро треснуло, но наверняка не скажешь. Все болит. Нет, нет. Все в порядке. Мне просто нужно отдышаться. В любом случае, долго я болтать не могу. Может, мне надо вернуться? Как бы это глупо ни звучало. Вдруг я смогу что-то сделать. В старинной крепости Кэл-Хирол там что-то происходит. Думаю, порождение тьмы готовят армию. Легион вышел на разведку, но Кэл-Хирол оказался слишком твердым орешком. Случилась бойня, и в живых осталась только я. Именно так мы и думали. А заскочим туда, уничтожим порождение тьмы и вернемся к ужину. А тут бац, и все. Порождения тьмы изменились, стали смышленей. Они уничтожили Легион. Я видела, как они схватили кого-то из женщин, и решила, что мне такая участь совсем ни к чему. Что? В самом деле? Разве я не сказала, что Кэл-Хирол — смертельная ловушка? Почему ты хочешь это сделать? А, вот как. Сочувствую. Не будем тратить время. Нас ждет Кэл-Хирол, а порождение тьмы, брошенное без присмотра, занимается всякой ерундой. Гром по гром! Да.
начали! Отлично! Тигру, я наблюдал, как ты сражаешь. Я почти ничего не знаю о Кэлхирале, кроме того, что мне рассказали в Легионе. Это было важное место. Школа всей касты кузнецов. Когда крепость пала, с ней были потеряны и многие знания кузнецов. С тех пор ничего подобного Кэлхиралу гномы уже не строили. Это Юка. Он тяжело ранен. Сигрум. Да, это я. Лежи спокойно, не говори ничего. Нет. Я чувствую смерть. Это избавление радостно. Нет. У меня есть бинты, я помогу. Послушай. Там матки. Они их плодят. Я видел целую армию. Надо их остановить. Но берегись детей. Это одержимые. Даже среди порождений тьмы. Какие? Какие дети? Чьи дети? Простите за все. Да примут тебя предки, брат. Надо закончить то, что начал Легион. Уничтожить маток вперед!
жду. До сих пор Легиону везло. Мы стали беспечны, самодовольны и бросились по той лестнице на штурм главного входа. Это был полный провал. Порождения тьмы поджидали нас. Они использовали оборонительные сооружения в тайге. Надо сделать выводы из ошибки Легиона. Не ходить через главный вход. В большинстве старинных гномьих крепостей были потайные входы. Надо просто найти такой вход. Любопытно. Новая разновидность порождения тьмы. О, сейчас повеселимся! Слух, что в башне есть потайные ходы. Храмовники потом полгода обнюхивали каждую стенку. Веселуха!
Фу. Кажется, стена мазнула меня слизью. Сигрун, я понимаю, как трудно жить бедняку. Когда я вернулся из вольной марки, у меня не было ничего. Ни денег, ни семьи. Ничего. Прости, я не знала. Я уважаю тебя за то, что сумела выжить. А, я не выжила. Я в Легионе мертвых, помнишь? О. Я никогда раньше ничего такого не видел. Говорят, что память камня вечна. Может быть, это оно и есть? Впереди ловушка. Осторожней. Идите осторожно. На земле ловушки. Впереди ловушка. Впереди ловушка. Идите осторожно. На земле ловушки. Осторожней! Впереди ловушка. Идите осторожно. На земле ловушки. Впереди ловушка. Осторожней! Начни. Впереди ловушка. Идите осторожно. На земле ловушки. Осторожней. Идите осторожно. На земле ловушки. Впереди ловушка. Осторожней. Идите осторожно. На земле ловушки. Как захочешь. Осторожней. Твои
Твое желание для меня закон. Немедленно. Как скажешь. Отлично. Надо их загнать. Я не хочу тут сидеть и ждать, когда меня сожрут чудовища. Твое желание для меня закон. Come on.
и тяжко. И много. Начали! Дейл, он говорит, если... Херола, есть здесь добровольцы, которые скорее умрут, чем сдадутся? Проваливай, вы бросили нас умирать. Да, мы лучше тебя убьем и заберем оружие. Значит, вы убьете того единственного, кто счел вас достойными сражаться за Кел-Херол, а потом умрете, как трусы. Вы этого хотите? Или хотите показать, чего вы стоите? Бросили нас, а он теперь хочет, чтобы мы еще и прикрыли их отступление. Мы все равно умрем. Дейлон дает нам шанс доказать, что мы не пустое место. Нет. Хоть раз в жизни я хочу поступить правильно. Бросили нас, а он теперь хочет, чтобы мы еще... Темновато, да?